Не знаешь, какую прическу сделать на 1 сентября? Попробуй хвостик с бантом из волос. Всего 5 минут твоего времени, и красивая прическа готова. Для начала просто завяжи хвостик. Отдели сверху в хвостике толстую прядь. Прочеши ее расческой, чтобы не было спутанностей. И, отступая примерно сантиметров 10-12, завяжи тоненькую силиконовую резиночку. Проделай над резинкой дырочку и снизу просунь хвостик наверх. Помести пальцы в эту дырочку и подхвати хвостик, просунь его вверх. Это получился первый элемент, который будет формировать наш бантик. А теперь приступим к созданию второго элемента. Отделяем такую же толстую прядь и снова завязываем резиночку. Проделываем дырочку и просовываем снизу наверх наш хвостик. Продеваем большой хвост в это отверстие таким образом. Теперь у нас уже два элемента будущего бантика, и осталось сделать всего один. Снова отделяем толстую прядку, завязываем хвостик, проделываем дырочку, продеваем в нее хвостик и хватаем большой хвост и просовываем в это отверстие. Теперь посмотрите, у нас как надо три элемента. Приподнимаем наверх к основной резинке первый элемент и прикалываем невидимками. Затем приподнимаем второй элемент и прикалываем невидимками. Также поступаем и с третьим элементом. Распределяем красиво волосы в нашем бантике, потянув в разные стороны, придавая необходимую форму. Последний штрих. Отделяем в большом хвосте тонкую прядку. Нужно будет поместить ее наверх. Для этого используем специальный инструмент петля. Найти такой можно на Вайлдберрисе или Озон. Стоит он совсем недорого. Благодаря этой петле мы сможем просунуть эту прядку над основным хвостиком, и она будет достаточно хорошо держаться. Но если вы все же переживаете, то снизу под всем хвостом ее можно приколоть невидимкой. Вот так, очень быстро и совсем несложно мы сделали такую чудесную прическу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Поддержать канал вы также можете на сервисе Boosty, оформив подходящую подписку. На Boosty вас ждут ранние выходы видео, не монтированный сырой материал, в котором можно разглядеть все подробности, чат с поддержкой, возможность сделать запрос видео с той прической, которая вас конкретно интересует, как, например, прически персонажей из фильмов, неделя уроков реальных причесок, которые я ношу каждый день лично от меня, и даже возможность созвониться по видеосвязи, чтобы пообщаться лично. Я очень рада, что зарегистрировалась на этом сервисе, ведь у нас теперь с вами появилась возможность познакомиться поближе. Ссылку на свой Boosty я оставлю в описании под видео. Буду очень рада вас там видеть. До новых встреч на канале Beauty Maker. Спасибо за просмотр!